И еще о генетике. Высказывание министра культуры Владимира Мединского произвело большой переполох в научном мире. В интервью калифорнийской газете «Русская жизнь» Мединский предложил, что не исчезнуть с лица Земли, подобно скифам и сарматам, русской нации помогла лишь лишняя хромосома, то есть 47-я. А в доказательство такой живучести народа привел несколько примеров из истории. Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в 20 веке, начиная с Первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома. Интернет-сообщество не на шутку взбудоражено. Блогеры считают, что Мединский занизил интеллект россиян, ведь непарное количество хромосом является признаком умственного отклонения. А вот что думают специалисты генетики. Бывают патологии, когда появляется лишняя хромосома. Это, как правило, вместо пары присутствуют три хромосомы. Это, как правило, ведет к достаточно серьезным отклонениям. Ну, самый известный обывателям пример – это трисомия, три хромосомы номер 21. Это так называемый синдром Дауна, тяжелейшее заболевание.